Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Пенсионеры Самары выиграли спартакиаду по Волжье. Армейские снайперы – лучшие в Самарской области. Самарчанка выиграла серебро первенства России по фехтованию. Накануне своего дня рождения Даниэла Храпина выиграла серебряную медаль в личных соревнованиях первенства страны по фехтованию. Финал получился чисто армейским. Самарчанка сразилась с москвичкой Юлией Личагиной. И второй год подряд фортуна улыбнулась столичной спортсменке. Личагина – чемпион. Стрелки ЦСКА выиграли 25 медалей из 30 возможных на чемпионате Самарской области по пулевой стрельбе. Из малокалиберной винтовки отличились золотом Евгений Ищенко, Артем Филиппов и Дина Дроганова. Из пневматического пистолета, точнее всех, была Анна Тимофеева, из пистолета малокалиберного Денис Репичев. 10 команд по Волжье в Самаре определили лучших спортивных пенсионеров. На медали претендовали призеры России по настольному теннису, гиревому спорту и чемпионы СССР по многоборью ГТО. Сборная Самарской области подтвердила статус одной из сильнейших ветеранских команд России, став победителем первой спартакиады по Волжье. Взяли различные призы в легкой атлетике, дартс и шашках. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.